Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в Русский дом на концерт класса заслуженного артиста Азербайджана, доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли Ильхама Назарова. Спасибо вам, что пришли сегодня разделить с нами этот вечер, и, пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех присутствующих со священным праздником Рамазан, пожелать здоровья, счастья, мира и гармонии вам и вашим семьям. Для приветственного слова на сцену приглашается руководитель Русского дома Баку Ирак Хайдарович Зиноров. Спасибо большое. Хотел в первую очередь поздравить всех с праздником, который сейчас проходит, всем мира и добра. И, конечно, сказать спасибо огромное Ильхаму Назарову за тот вечер, который вы сегодня подарите, наверное, нашим зрителям. Честно сказать, я немножко так посматривал за их репетициями, они очень переживали. Поэтому я бы хотел, чтобы вы своими аплодисментами поддержали и вдохновили на хороший концерт. Спасибо вам большое, что вы здесь, с нами, что вы есть. Поздравляю вас с праздником. И очень люблю вас всех. Большинство знаю, лица знакомые. Надеюсь, все будет супер сегодня. И мы будем поддерживать молодых певцов. Спасибо вам большое. Сегодняшняя концертная программа целиком и полностью посвящена вокальной музыке. Это и каменно-вокальное сочинение, и арии из больших знаменитых опер. Все мы хорошо знаем, что музыкальное искусство с веками меняло свой облик. Изменялись ее стилистические черты, жанры. И тот привычный для нас облик музыка приобрела, наверное, в эпоху, которую принято называть в истории, эпоху барокко. И одной из главных вершин музыки барокко является творчество Генделя. Будучи немцем по происхождению, Генделя творил преимущественно в жанре итальянской оперы и сыграл большую роль в развитии и становлении развития оперного искусства в Великобритании. Сейчас мы с вами услышим фрагмент его оперы «Арчина». Я приглашаю на эту сцену лауреата международных конкурсов Нурая Исмаилова. За фортепиано концертмейстер Бакинской музыкальной академии Любия Алиева.
Исторически следующим этапом в музыкальном искусстве становится эпоха венского классицизма, представленная творчеством Гайдна, Моцарта и Бетховена. Несмотря на то, что каждый из трех композиторов обращался к оперному жанру, именно Моцарту суждено было создать истинные оперные шедевры. И также, несмотря на то, что в этот период, в конце 18 века, царила мода на итальянские оперы, буффа, серия, Моцарт не боялся обращаться к жанру немецкой оперы, сингшпиль. И вершинным творением в этом жанре стала опера «Волшебная флейта». Сейчас у нас с вами будет возможность услышать фрагмент этого произведения. И я приглашаю на сцену Ромала Ивишева за фортепиано Льва Хамун-Алиева. Из оперы «Джустина», написанной в 1724 году. Но отдельно хотелось бы представить нашего солиста Тофика Зейналова, обладателя редкого мужского тембра, контртенора, который является первым выпускником Бакинской музыкальной академии имени Узеля Гаджибейли именно с этим голосом. Итак, на сцене Тофик Зейналов за фортепиано Фидан Ибрагимова. Thank you.
Вновь мы возвращаемся в эпоху классицизма и обращаемся к творчеству Моцарта. Моцарт создал не только истинные оперные шедевры, ему также было суждено совершить настоящую оперную реформу. Дело в том, что в то время оперы делились на комические и серьезные. И только Моцарту удалось соединить и комическое, и трагедийное в своей опере. И сам он назвал эту музыку «Драма Джиакоза» — «Веселая драма». И опера эта стала опера «Дон Жуан». Сейчас мы с вами услышим арию «Лепарелла» из этой знаменитой оперы Моцарта. И я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Кянана Рахманзаде за фортепиано Кенана Драгилова. Мы не
papa sciolto predominante, e la giovin principiante. Non si mica, se si amica, se si aduta, se si avena, se si amica, porta, se si avena. Ur che porti, l'amo questo. Voi sapete Азербайджана Ильхам Назаров является одним из лучших знатоков барочной музыки и, безусловно, одним из лучших интерпретаторов музыки этой эпохи. Не случайно именно барочная музыка составляет значительную часть сегодняшней концертной программы. И мы вновь обращаемся к творчеству Генделя. На этот раз я приглашаю на сцену ученика средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Фатеха Абаслы, а за фортепиано Айдан Джафарова. Фрагмент оперы «Один» Генделя. Thank you.
А сейчас давайте заглянем еще дальше, вглубь веков, и обратимся к творчеству композитора, который родился аж в XVI веке. Андреа Фальконьери является представителем раннего барокко, в стиле которого сочетаются итальянские и испанские мотивы. «О белиссиме капелле», «О прекрасной кудре» для вас исполнит лауреат международных конкурсов Джавидан Бабазаде за фортепиано Наргиз Юбова. Помимо светских произведений в творчестве Генделя, значительное место занимает произведения на религиозные тексты. И одно из таких произведений вы услышите прямо сейчас. Я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Теймура Гараева за фортепиано вновь Наргиз Ханумиевова. Thank you.
Вслед за эпохами барокко и классицизма в музыке наступает век романтизма. И самым первым композитором, представителем этого художественного направления становится Франц Шуберт. Композитор, раскрывший глубокий эмоциональный мир маленького человека и возвысивший жанр бытовой песни на уровень высокого искусства. С одной из его вокальных миниатюр вы познакомитесь прямо сейчас. Я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Исмаила Асадлы, концертмейстер Айдан Джафарова. Из этой оперы я приглашаю на сцену вновь наших исполнителей за фортепиано Фидана Ибрагимова, а партию вокал исполняют Нурай Исмаилова и Кенан Рахманзаде. Thank you.
Сейчас для вас прозвучит настоящий оперный шлягер, наверное, самая знаменитая ария, написанная Моцартом. И я приглашаю на сцену вновь Ромала Ибиша за фортепиано Ульвия Алиева. Marcisetta d'un cino d'amor. C'è la mia lamina
Важным этапом в истории развития оперного искусства становится период конца XIX века, связанный с творчеством композиторов, представителей веризма. Это Маскани, Леонкавало и, конечно же, гениальные Пуччини. Одной из его самых знаменитых опер является опера «Богема». И сейчас вы услышите арию Мюзетты в исполнении Нурай Исмаиловой и Фидан Ибрагимовой. В 1862 году была открыта первая консерватория в России в городе Санкт-Петербург, а спустя 4 года, в 1866 году, уже по инициативе Николая Рубинштейна, была открыта консерватория в Москве. Сейчас мы с вами услышим арию «Демона» из оперы, написанной Антоном Рубинштейном «Демон». Я приглашаю на сцену Кенана Рахманзаде за фортепиано Фидан Ибрагимова.
Божие дня. Своими достижениями в области оперного искусства славится и азербайджанская музыка. Достаточно даже отметить тот факт, что путь композиторского творчества в Азербайджане начался с создания именно оперы, хотя это один из самых сложных жанров академической музыки. Автором оперы, первой оперы в Азербайджане, Лейли Мечно стал Зергаджи Бейли, и созданием этой оперы он знаменовал рождение нового жанра – мугамная опера. Последовательно азербайджанские композиторы обращались и к другим жанрам академической музыки. Так, первым классическим балетом стал балет «Девичья башня», написанный в 1940 году Афросиябом Бадалбейли. А сейчас мы с вами услышим фрагмент его оперы «Низами». Я приглашаю на сцену вновь Львию Алиеву, а также дебютантку большой сцены, которая впервые выступит не только в Русском доме, но и вообще на большой сцене, Севинч Агаеву. Поддержим молодого музыканта аплодисментами.
Азербайджанское и русское классическое академическое искусство тесным образом связаны между собой. Еще на заре формирования профессионального музыкального образования здесь, в Азербайджане, уже более 100 лет назад, многие специалисты из России приезжали, исполнители создавали здесь уже в Азербайджане национальные исполнительские школы. Но и кроме того, мы знаем факты того, как азербайджанские композиторы обучались с композицией профессионально у представителей русской школы. Но один из самых знаменитых фактов это обучение выдающихся Каракараева и Джавдата Гаджева в классе гениального Дмитрия Шостаковича. И более того, азербайджанские композиторы достаточно часто обращаются к русской литературе. И сейчас мы с вами услышим романс того самого великого Каракараева на стихи Александра Сергеевича Пушкина «На холмах Грузии». Я приглашаю на сцену Нура Исмаилова за фортепиано и пианино. Еще одного азербайджанского композитора Фикрета Амирова связано появление нового академического жанра симфонический муган. Но также этот композитор является автором знаменитой оперы «Сибирь» и многих камерно-вокальных миниатюр. Романс «Улдус» Фикрета Амирова для нас исполнен Кянан Рахманзаде и Фидан Ибрагимов. Oh.
Сейчас мы вновь обратимся к русской классической музыке, а именно к творчеству основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки. Именно он становится основоположником многих жанров академической музыки в России, но и также его оперное творчество знаменательно тем, что в одной из своих опер, а именно в опере Руслана Людмила, он использовал подлинную азербайджанскую народную песню. Сейчас мы услышим другое произведение этого композитора, знаменитую попутную песню для нас исполнит Исмаил Асадлы и Айдан Джафаров. Thank you.
поем Азербайджан Мусима Магомаева. И сегодня тоже, с вашего разрешения, хотели бы закончить наш концерт. Магомаева, да. Азербайджан. Спасибо еще раз всех с праздником.